Всем привет! Лиам снова здесь из игр на Linux. Сегодня мы смотрим еще одно видео с паровой палубой, которое снимаем непосредственно с устройства. Я видел, как многие люди задавались вопросом, сработает ли Cyberpunk 2077. Хорошая новость в том, что это так. Хотя он немного темпераментный, он может разбиться на старте, если ты поднимешься выше. Обычно это работает, хотя во второй раз это немного странно. Что я собираюсь сделать, так это перейти в специальный режим бенчмаркинга, который был добавлен в последнем патче. Мы собираемся сразу перейти к сочетанию низких и средних настроек, просто чтобы показать вам, как это работает. Тогда мы собираемся повторить этот процесс с включенным AMD FR. Причина в том, что я просто хочу показать уровень производительности, который вы можете ожидать увидеть с простым разрешением паровой палубы в качестве своего рода базового уровня. Ты реально не собираешься использовать усилия AMD в этом разрешении. На самом деле, это выглядит не так уж хорошо, но суть в том, что вы увидите скачок производительности. Хорошо,